Всем привет, с вами снова Простак, Ксела и Кот. Всем привет. Здорово. Так, Влад, ты зашел, нет еще? Почти зашел. На чем мы остановились? Мы Леха, мне тебя надо найти и тебе печенек отдать. Да, вот. У тебя есть куда его взять? В рюкзак есть взять. Бизон выкинул уже, да? Да, бизон. Нет, бизона я не выкинул еще. Наверное, там возле этого. Слушай, давай добежим до верта, а там уже я выложу заодно бизон и заберу у тебя печеньку. Так, а где верт? Сейчас скажу. Примерно на западе. О, я Ваню вижу, я сзади. На западе? О, вижу, да. 295 градусов. Ага. Ну пошли туда. А, да, тут вверх туда. Ой, я тебя вижу. И Влада вижу. Я сзади. Блин, сегодня, конечно, офигеть. Под 40 чел. Да, сегодня онлайн очень такой достаточно неплохой и. Да. Серия будет либо веселая, либо трагичная. Или его быстрый. либо медленный. Это будет либо прискорбно, либо прекрасно, да? Да. Так, время без 15. Опа, на! Чё? Так. Я вижу. Короче, на 40 градусов вижу. Биня, скорее всего, да. Занукана. А, может не биня. Биня, по-моему, да. Ну не биня, а. Нет, это не биня, это грузоперевозки, знаешь? Да. А, побольше. Чуток побольше. А сколько он местный, никто не знает. По-моему, двух также. Но я думаю, проверить стоит. Давай сначала до вертушки слази. До вертушки? Да. Давай. Блин, кабы нас не спалили, конечно. А мы оттуда лучше можем как раз спалить. Давай. Если доберемся. Только народ через деревья лучше. Это, Лёха, у тебя экипировка, да, снайпер. Но не забывайте, да. Под ноги посматривать под деревьями. Мало ли что может оказаться. Кусок говна. Ну да, типа того, со снайпер. Кусок говна со снайперкой. Да, какая-нибудь снайперская какашка. Ну. Не все, конечно, снайперы какашки. Меня мы все как бы не берем, да? Или берем. Есть что, стреляю на поражение сразу. Черт, это вечер? Вечереет 5 часов. Погнуло. Точнее, 6 час уже на сервере. 10 минут 6. Угу. Плохо. А у меня есть? А, нету, конечно. Ты просрал на одном сервере ПНВ, на этом сервере вообще ПНВ нету. Зачем? Блин, надо было быть ПНВ. Ну не просрал меня, просто кто-то крик тут добил. Да я тебя не добивал, честно. Ты уже был мертв. Ты был мертв. Я по трупу зачем? Стрелял. Зачем ты меня еще пару раз выстрелил? Я в тебя выстрелил 15 патронов с АК. Хотел убедиться, что я мертв, скажи так, да. Да, я хотел убедиться, что ты мертв и облегчить твои страдания. Мы сегодня просто немножко поиграли на другом сервере, где обычно разминаемся. И завалили там трех чуваков, отбили у них верт, я на нем взлетел и сервер рестартанул. И всему капец. А пацанов завалили еще до этого. Да, Влад профукал, так сказать, свой ПНВ. Да, Лёха его добил. Да, я его добивал. Он уже был мертв, а я думаю, что это какой-то другой чувак. Парочку чуваков завалили. Недавно. Нет, троих мы там завалили, по-моему. Их трое было. Двоих? А, третьим Влад был, все. Третий. Не, там 4 трупа было. 4 трупа в общей сложности. Это будет сейчас этот доктор Иван. Будем мочить его. Можно, да, конечно, у него, я смотрю, лут какой-то есть интересный. Надо, наверное, знать, что, дымку кинуть, а потом Ивана выцелить. У меня нет дымки. У меня 2. А лучше сразу гранату кидай. Ох, мы как это, сквад. Команда. Такие трое и вперед смотрит. Долговский сквад. У них квад вообще-то. Что за квад? Они по четверо. Долговский квад. Ты что, в сталкера не играл? Не, я в сталкера играл, но как-то этим я особо в это особо не внедрялся. Хотя долг хорошая, это хорошая группировка. Мне нравится. Свободовцы негодуют.
Да не, мне не очень понравилась свобода, мне больше нравится долг. А, ладно, это сталкер. Долговцев хотя бы стволы нашинские, а те натовскими воюют свободовцы. Вспомни, гроза та же. Отличная штука. Так. А вообще, прикольно это было сейчас. Да, четверо спускается вниз. Что-то там есть. А, что-то там есть. Ага, по-моему, фигня. Да, можно уже не скрываться. Не, нужно скрываться. М-ка. А, или... G36. Ой, кому G36? Я бы не отказал. Без глушака? Без. Тогда не надо. Я не знаю. А, кстати, между... С этой стороны FN фал с одним магазином. Да, вижу. Так, еще один. Лут обновился. It's not friendly! Никто ничего брать не будет? Тут что там орёт? Еще один FN фал. Я бизон скинул. Ради чего? А, ради пулемета. Ради твоего пулемета. Так, ну давай, это... освобождаем место. Лёха, я тебе скину в элиспак, кину сейчас этот ДМР магазин. Вы смотрите, у меня сейчас нахрен... Ничего ему не кидай, я ему сейчас пулемет сюда буду. Давай, скидывай. Засовывать. Давай. И два магазина тебе только вот туда. Вот два магазина как раз прям, все прям, отлично. Все. Колесо а, у меня осталось 6 магазинов. Лёха, у тебя че... Ой, Вань, ты можешь сейчас еще взять кое-что? Где взять? Я печеньку скинуть, я хотел бы... Блин, зомби, убивай зомби, убивай зомби. Убивай. Тегобой? Ты говно, ты еще не сдох. А, нет. Ну, я, в принципе, могу теперь бизон забрать. Да не, не бери бизон. Думаешь, есть смысл? Лучше, знаешь, что ты... Можно его до машины дотащить? Да. Я бы, знаете, что взял? Вот G36, наверное. Ну, уже не говно? Возьми. Ну-ка, подожди, в руках я пощупаю его. Пощупай. Слушай, а чё, я не понял, а чё это у тебя за патроны лежат? Магазины G36 валяются и станаги до звуки, они чё, на пулемет лезут? Да. Знаю, прям не знаю. О, кого-то бот завалил. А, они тоже тут летают, собаки где-то. Станаги подходят. Люди, кто возьмет мой пулемет? Кому нужно твое говно теперь? Не отзывай, я ботов убил. Да, он с него ботов мочил, так что. Это не говно, это пулемет. Ну тогда и таскай. Ну да. Просто это запрягли, Влада. Ладно, печенек тогда скидываю. Патроны оставь хотя бы. Нет. Хотя бы один магазин оставь. Че, сумасшедший, что ли? Печенек скидываешь. Ну такую тоже пулемет. А. Не знаю, я тебя... Давай, думай. Быстрее, пожалуйста. Ладно. Че, погнали, все? Уходим очень отсюда. Сейчас стрелять. Я попробовал бы на звук этот G36. Можно? Ну пошли, грузовичок проверим. Грузовичок. А Вань, тебе место осталось еще в рюкзаке, или ты взял бизон? Я бизон забрал. А зачем? До машины донесем. Так, сейчас я метку поставлю на нашу горку. А можешь пулемет возьмешь? Не, он же лучше. Револьвер. Чем без метров. У нас пулеметов теперь хоть одним местом ешь. А вот беззвучного оружия, вот только один этот бизон. Так он бизон, он беззвучный. Кто сказал, что одно беззвучное? А МП-5 в этом в машине лежит. А, ну, два. С четырьмя магазинами. А мы куда бежим? Мы хотели вернуться потом к тому грузовичку. А, вы хотите грузовичку? Не, я думал, вы хотите к нашему грузовичку. Ну, сначала проверим тот, а потом пойдем к нашему. Чего на месте? Ну-ну! Так, замучиваю этот собак гавкать. Если я буду кашлять, то заранее прошу прощения. Я немного приболел. Где его ник грёбаный? Вот он. О. Всё. А вот там, слышишь? Я, например, никого. Ребята, где? Влада вижу вроде.
А я сзади тебя. Окей. Интересная винтовка, мне нравится, мне оптика такая достаточно, достаточно приблизительная. Everybody bend now. Еще один, блин. Господи. У меня, я их не слышу, я их не слышу. Йоло. Я их слышу. Они у меня такие тихие. Я им наказал. Будете болтать, ну как лучше. Помню, кого-то из них убили. Да, просто надо взять и радио убавить в настройках. Что я и сделал. Мне кажется, я там тело видел. Где? Yeah. Да вот ли машины прям. Так, я сейчас в ёлку. Вот, я в ёлку тоже настроечки немножко. Морфеус убил Браун и Милч. И, а, вот. Cannot fire. Окей, и далее. Я смотрю, короче. Как тебе показалось? Я не вижу рядом никого. Может быть, мне показалось, да. Ну, время без 5:06, и скоро настанет вечер. И это будет очень печально. Да. Со временем становится здесь все печальнее и печальнее. Я в прошлый раз хорошо был. Начали прям на после рестарта сервера и... На рассвете. А закончили на закате. И ушли прям в закат. Ну, такого, конечно, не было, но... Но мы это сделаем как-нибудь. Я что-то не вижу. Чего не видишь-то? Вас. А мы не торопимся-то. Да, мы как бы... Я и подождал, и бинокль, и бину посмотрел, а вы... Я вот здесь вот сейчас под елочкой лучше подомлюдаю. А я лучше вас поприкрываю. О, я Влада вижу. Или не Влада. Я тоже его вижу. Чё обернулся? Чё ты там лёг? Давай, беги. Мы тебя прикрываем. Беги дальше. Кусочное мясо. Ага. А то сейчас подстрелим. Беги дальше. Окей. Беги. Беги, порой. Так, что-то я уборную потерял, конечно. А она где-то там дальше. Я ее не вижу здесь. Сюда я ее вообще не увижу. Меня вообще видите сейчас? Прикрывайте хоть. А, нет, а надо? Конечно, вижу, прикрываю. Это у машины. Канистра пустая. И все. Машина-то на ходу? По-моему, да. Да, на ходу. Ну, заправленная. Да. Пыл желтый. А верхняя, самая верхняя. Бензо... Херово, а вот с этим. Двигатель желтый. О, двигатель, да, желтый. А этот, как его? Колеса. Нет, не колеса, а вот самая верхняя. Забыл, как оно называется по-русски. Какого хрена? Слышь, Влад, ты сейчас напугался, блин. Я вот рядом, да. Ну, тело какое-то там. Вот. Я подбегаю. И смысл? Сядем и поедем. Он двухместный. Всего лишь? Ну. Но у нее есть канистра пустая. Я думаю взять ее. Там наполнить. Вертушка, вертушка. Где? Слышно. Летит? Летит? Да, летит, слышно. Тоже слышу. А, слышу. Можешь? Да. Будем стрелять? Это слева. Будем. Вон она, далековато. Нет, вот далеко она. Не надо. Офигеть. А, вижу. Это... Кристофер, собака. Ми-17. Чё, знаком? Аня, если ты помнишь Кристофера, которого ты завалил, еще мы уперли УАЗик у него, который потеряли на горе. Этот урод обзавелся вертолетом. А с чего ты взял, что он? Я просто запомнил. Ой, он тут... Не, с чего ты взял, что именно он этим вертолетом обзавелся?
Я покрутил колесиком, посмотрел. Да, там только два вроде бы сидячих места. Че, возвращается, что ли? Не вижу. Это звук четче. Да, возвращается. Факт вообще. Нет, он летит в сторону Белого. Он что-то кружит там и кружит. Он летит в сторону Белого. Ну чё ж, пошли пешочком до горы. Налево? За мной. За тобой, блин. У вас карты ни у кого нет, что ли? У меня нет. У меня нету. Аж слезу пустил. Где-то 5 километров, да, бежать? Да. Ну как раз добежим и конец серии. Меня подожди. А что ж вы все так? Меня показывают на Лёху герой. А чё, я не герой, хочешь сказать? Странно. Я ж герой. Это ж я. Я тоже герой. У меня 3400 хуманики. 3400? Фига себе, у меня 2900. И один зомби убитый. У меня 2560 всего. И один убитый зомби. Опа. Нифига как резко. Вот это резко, я уж не думал. Вот я напугался. Я тоже напугался. Блин. С этой игры нормально не получится. Походу. What the fuck? Во, правильно. I'm blind, oh my fuck! Во, ну пошли дальше. Я уже выкрутил гамму. Я тоже. Пришлось, так сказать. Это жертва вот такая, чтобы выложить серию. Чтобы вы хоть что-то увидели. Хоть что-то. Конечно, да. Может потом при обработке еще на это накинуть. Оп, стопы. Стопы, ребята. Кого, чего? Краб метал. Этот грузовик. Едет? За деревом. Стоит. Я его не вижу. Покеш. Черт. Где-то 45, наверное, карту. Как вы не можете его не видеть? Вон он за деревом стоит. Давайте я вас провожу, господа. Ну, проводи нас, слепых и убогих. Я прям на него иду. Ну как, вы такой? Вижу. Тихо. А сколько он? Вертушка все кружит. Сколько он мест? Он где-то должен 4 на 6. А, на 4? Так. Подожди, я лучше дал. Нет, меня не видит. Иди види, где этот урод летает. Ну что, не можешь определить по звуку, где он летает? Вот примерно вот. Нет, там я сейчас. Я его не вижу просто. Я его хочу увидеть. Так. Я сейчас. А, броневичок. Ты сказал грузовик, бля. Так я сказал скрап метал. Грузовик. Транспорт. Ну, насрать. Всем? Ха, а на ходу. Нас не рать, нас всего трое. Топор! Это уже рать. 221 камни. Воруем, убиваем. Чего? 221 камень. Чертежи, 4 пистолета. Садитесь быстрее. Уже сели. Офигеть! 7 колес. Так. Ребята, валим. Ясь, садитесь. Ясь! Снаряжение вот сейчас у нас вообще нереально. Кто не забыл? Ребята, валим, валим. Так, свет не включаем. Я на водилу не пойду, у меня карты нету. Ладно, я сел. Не поминайте лихом. Топор! Так, я сейчас немножко тут звуки настрою. От первого лица включил, Гарри. А мне тоже надо чуть-чуть звуки подправить. Лап слишком будет. Главный риск. Бесед ты гонишь. Это не я. И не броневичок. Броневичок. И чтобы пострелять, лучше, наверное, пока лучше не высовываться. Ты думаешь? Кстати, посмотри на водилу. На водилу посмотри от третьего лица. Да я знаю. Я и так от третьего. Надо сразу Лёхе в это. Ой, Вань, ты же можешь пассажирское, блин. Чего? Ну ты можешь типа пассажирское это место влезть? Могу. А.
Влад, ты думаешь, если это броневичок, то нам ничего не будет? Не, может быть. Но водилу может быстрее. А так... Офигеть, конечно. Не, ну, запихать в броневик 221 камень, это с ума сойти. Да. По дороге лучше поехать. По железной? А, она железная, черт. Справа. Рельсы переставили. Во-во-во, вот дорога. Нормальная дорога. О, хрен, зомби уже спавнит. Слушайте, это тот злосчастный новый порт, в котором нас всех пробили. Вертолет! Вертолет! Где? Справа! Там же, где мы в тот раз отбили. У меня подъезжает к нему, но мне кажется, не это. Убитый. Сейчас посмотрим. Это, стойте там, стойте там. Тормози. Стой. Да остановись, Вань. То есть я вышел. Давай, быстро проверяй. Он двухместный. Ну да, двухместный. Давайте, вы улетайте, а я. Убитый. Садись. Снаряжение. Садись. Устой. Да, он здесь, значит, спаунится. Так. Итак, запоминаем. Новый бор. Спаун вертолетов. Двейк. Поехали. Let's go. Да, знаете, что я думаю? Ой. Мне показалось, чувак. Знаете что, давайте махнем. А по капу? Ваня прислушался к твоему совету. А то... Тогда поехали. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Идите вы в жопу, я и сам здесь впервой. Давайте отрежем Сусанину ногу. Постойте, я вспомнил дорогу. И конец я, хоть убейте, не помню. Что-то народу. Боди. О, блин, какие звери. Там по времени у нас. Блин, некоторые деревья вообще почти не вижу. Да. В последний момент замечаю. А ну включи это, фары. Не надо. Не надо, Влад. Это домик. Это домик. Знакомься, Влад. Домик, Влад. Еще чуть-чуть, пожалуй, звук потише делать. Я вот вообще. Блин, я не знаю, как ехать, блин, по такой темноте. Я, может, нифига себе не вижу. Ой, елочки. Вот некоторые вообще сливаются, елочки. Да, даже фигня. Здесь, по-моему, только по верхушкам смотри. Или чисто сейчас. Я от первого лица чисто смотрю сейчас. Пробуй сейчас чисто в голову. Потому что от третьего нифига точно не видать. Погоди, Ваня, помнишь, этот корабль. Лодка-корабль. Ладно, я думаю, я ее увижу. Нет, все-таки меня шокирует тот факт про 221 камень. Да. Прикинь, а сколько надо на самую первую постройку? Сколько мне нам надо? Еще много чего, кроме этого, надо. 20 тысяч. Это мы можем полностью здание спокойно построить. Только надо сначала еще трава, цемент 4 штуки, бетоновую мешалку. Ну смотри, дрова мы можем нарубить хоть час, любого дерева. Там все дело. А? Вот видишь. 4 мешка с цементом мы можем тоже легко найти. А смотри, по-моему, тут и так есть цемент. Смотри. Цемент? А, цемента тут нет. Есть запчасти, есть колеса. Тут есть чертежи бандита. А у нас бандитов краски нет. Ну давай пойдем чертеж героя, у нас лежит в машине, кстати. Ну это вообще плохо.
достаточно резкий такой. Думал, медленный будет. Я тоже так думаю. Но индюк тоже думал, что его откармливать, потому что он красивый. Капец, у него глушитель слева. Посмотрите, если приглядеться чуть-чуть. Ой, это не очень. Еще темнее. Ну да, еще темнее. Господи, а время... Время всего 8 час 25 минут. Угу. Ладно. Ладно, ладно. Я знаю, ничего не буду делать. Ваня, тебе, наверное. А вот она слева. Не наша гараж. А, еще хуже. Ладно, как ты можешь не узнать нашу гору? Эх ты. Да вообще. Интересно, что под деревьям можно ею эту машинку? Но если вот тут взять и разогнаться... Влад, блин, тебе доверять управление на спусках нельзя. Так что... А не левее ли нам? Не спускаешься еще? Да не, нормально. Мы чисто прямо. Ну там, смотри, вон, видишь озеро? Я знаю, вот тут. Мне кажется, ли... Там впереди чьи-то фары. Тракхорн? Чё за Тракхорн? А, этот... бота убили. Ой, бот убил кого-то. Задавил, что ли? Видать. Чёрт, вот я не знаю, как через эти деревья сейчас проехать. Придётся свет включать. Отключи, примерно запомни. Свет, его. Свет! Я вижу свет, ребята, я вижу свет. У нас из фар он излучается. Лива-лива. А вы видите свет? А, здесь пустынно, вырубай. Е-е-е-е. Вон она и наша гора. Угу. Ты наша гора. Сходите, пожалуйста. Пока не надо. Давай сначала все выкинем наш лут, который нам не нужен. Мешает у рюкзака. И тогда уже пойдем. Черт. Ты... На какую-то хрень наехал. Не, это была ветка. Как ветка? Почти ветка. Ну, немного ветка. Ну, ты понял. То есть вы сейчас хотите взять эти 200 камней и скинуть в нашу машину? Можно. Или у меня идея другая. Взять, продырявить эту машину, убрать везде колеса, спрятать колеса куда-нибудь. А потом, когда зайдем, починим. Дофига и так. Чтоб они не. Они по любасу не унесут 200 колес. А починить не починим. Не. Ну так просто возьмут и угонят. Влад, у нас ее. У нас машину до сих пор не угнали. А там лежит два колеса, которые можно. Ну еще не факт, что ее до сих пор не угнали. Ну не факт, да не факт, но все равно. Ее очень долго. Если мы не будем палить точку нашу, то. Интересно, кто-нибудь пробовал прятать вертолет или машину в крови вулкана? Хочешь проверить, что ли? Да нет, просто так подумать. Не, а вдруг там реально кто-нибудь вертолет? Или, а что если построить, допустим, джерель вулкана дома? А, по-моему, не будет. А, ну ладно, вырубай. Либо мы все нахрен сгорим даже. Вырубай фару. Чё? Вырубай фару. Вон она машина стоит. Да.
походу вообще никому не нужна эта гора, кроме нас. Кроме нас. Кроме нас. Кстати, она выкатилась немного или не так? Давно да, уже выкатилась. Так. Так, прячь. Тормози, тормози. Как мы камушки? Опять сюда. Вот надымил, ой, надымил. Винчестер? А, был всегда что-то? Да. Я его туда скинул. Теперь там еще ТМР валяется. Так, у нас есть бетономешалка, кодовый замок, чертеж героя. Отлично. Ребята, мы можем дом. Надо только цемент найти и все. И дрова нарубить. Ну, дрова это, я думаю, уже не проблема. Так, цемент. Черт. Черт-то оно, черт! Черт! Ой. Эхо. Нормально. Эхо, эхо. Надо придумать. Причем все меня услышали, ребят. Блин. Вообще придумать, где саму эту построить. Так, чё только там, блин, нет в натуре. Так, бизончик. Туда. Печенега. А кто туда магазин от ПКМ уже скинул? Анта, кстати. Тоже хочу. Чё, Влад, печеньки не будешь брать? Печеньку. Да у меня и так магазинов 4. Даже один скинул. А, ты с печенькой сейчас? У меня в рюкзаке печенька, я скинул в этот. В БТР-ку нашу один магазин. Кстати, Civilian Clothing, он кто? Так, я пакет крови оттуда забираю. Тут еще большая канистра с топливом. Как обычно. И забираю один. Это, люди, возьмите оттуда, наверное. Хотя не знаю. Брать оттуда вот чертеж героя или нет? Думаешь, есть смысл? Ну, я не знаю, у нас есть чертеж этого гаража? А, нет, у нас нет чертежа гаража. Как складно получилось. А, и... Так, подожди, никуда не едем, наверное, сейчас пока подумать надо. Где что построить? Офигеть, сколько бинтов. Угу. Я еще даже не забрал. А мне вот интересно, сколько занимают камни? А, один, одно, один слот. Охренеть, это сколько они копали? Здесь. А сколько слотов получается тогда в этой броневичке? А чертежа бандита 4, я только сейчас заметил. Это в броневике, что ли? Да. Вы мать моя женщина, 221 слот точно. Плюс канистра 5. Плюс 5 канистр, точнее 7 колес, дымовуха, большая канистра с топливом, 9 бинтов, это топор. Ладно. Да, ладно. Надо, прохладно. Надо, короче, дофигище. Вопрос, где ставить домик? Потом уже найдем этот. Так, я пару бинтов забираю. На горе мы не сможем построить. Можешь так, рядом... Блин, у меня карты нету, ну что ж такое? Можешь рядом с горкой замутить? Рядом с горкой? Ты внизу предлагаешь? КТ, это у тебя там КТ орёт? Да. У КТ орёт КТ. Этот КТ хочет КТ повесить. Надо сейчас заправить этот, наверное, БТР-ку. Маловато. Ребята, какие предложения? Я не знаю лично. Предложение, значит, да? Севастополь. Где можно строить дом? Я поэтому... А где у нас этот сектор? О, далеко, как он далеко, сволочь. Там без вертушки никак. Кстати, заметьте, я поставил пулемет на сошке. Да ладно. Ну, как бы. Нет, твой, конечно, ответ это был просто... просто... Адекватный. Да, адекватный. У меня такая, знаете, что какая идея появилась? Злая. Злая? Вдруг наш, вот кто смотрит видос, вот мы заныкали туда, допустим, машину. Может, ты думаешь, они... зрители будут перечь у нас? Ну, не факт, конечно, но все же. Зрители, никогда не воруйте эти машины. Убедил, убедил. Распространил. Да вообще.
Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Слышь, ты гражданский был только что, а сейчас выживший стал. Кто? Ваня. А? В смысле был гражданский? Ну я на тебя навел вот так вот. Ты сначала гражданский, просто так, а потом выживший просто так. Ну-ка, а я кто? Кто я? Выживший кот. А ты вообще никто. И звать тебя никак. Уйду я от вас, нехорошо. Не, в натуре так не показывается. Вот на кота выживший кот написано, а на тебя ничего. Людил. Еще раз вопрос. В горке есть этот... Есть пожарка. Не пожарка. Утопки нету. Нет. Там есть строительный лут? Нет, по-моему, только в Севастополе можно что-нибудь найти. А, хотя... Нет, не знаю. Да, там в Севастополе есть здание техническое. Или, может быть, в кустик, или... Или вот этот червениградок, КЗ. Я не знаю, у меня карты нету. Дальногорск. Эко. Уйди, пихаться буду. Может, вниз спустимся к этой... К... Горки. Пожарке. Да. И а это... Что мы там забыли? Не, ну поискать этот... Бетон. 4 же, да, или 2? Бетон? Цемент. Цемент. Все время путал. Бетон. Чуть-чуть путал. Будем искать бетон. Ладно, так уж и быть. Цемент. Не, ну там, по-моему, в это... В типа таких вот, знаете... Амбарчик, пошли в Севастополь, сходим лучше. Пошлите в горку. Там палево нас. Ну ладно, мне без разницы, давайте, выбирайте. Че, дофига, Севастополь стопудово. Давайте в горку вниз спустимся и все. Да вот каждый вот так вот думает, походу. Ну пошли в горку. Я закрою глаза сейчас и прокручусь просто на месте и посмотрим, когда нас выведет. Фиг с вами, пошли. А, куда это меня вывело? В горку. А, вообще в жопу вывело куда-то. Вон туда, пошли. К Владу? На D6, да? Давайте на B2. Чё, мы на это, на автомобиль тогда поедем? Не, нафиг. Нафига, тут 400 метров идти, блин. А это визу нехи, у меня кушкома клёвшен, блин. А вдруг война? А вдруг война? А мы уставшие. Блин, внизу вообще нифига не вижу. А мы уставшие. После поездки. Жестокой поездки. Вы внизу вообще что-нибудь видите? Нашли мы. Я свет впереди вижу. Да, я тоже свет впереди вижу. Ё-моё. Чернота. Придется добавить чуть-чуть этот, наверное, как его. Фаеров накидать. Нет, я про видео. Кстати, фаеры у нас были вроде в грузовике, нет? Да, насрать. Нет, нету грузовика. Нет. Вот я смотрю вниз, вот прикинь, чувак с ПНВ, идет и ты... А я иду чисто на ощупь вообще. Да я аналогично, я наверх смотрю на вышки деревьев и маневрирую. От первого лица более-менее еще. В темном лесу. Жили темные люди. Копали уголь. Копали темный уголь. Да, точняк, жили темные. Вот теперь вот посмотрите вниз и найдите друг друга, да? Лап, я тебя вижу. Ха-ха, я рядом с тобой. А я вас слышу. А, вот я уже к ЖДшке подбежал. Стоп, это был не Влад, это был Ваня. Это был Слендермен. Ва, мне уже страшно от одного слова. Так, я вот впереди уже на ЖД, видите меня? Вижу, видел, когда-то, наверное, возможно. Не факт. В кровниках и бомбакчиках бывает же? Да, бывает, вроде. Я не уверен. А чё вы ползаете? Эй, не знаю, чего у вас попало. А что было это? Чтобы нас видно было. Чтобы легче вас подстрелить было. Да. Именно. Кстати, у меня морфи есть, честно. У меня ноль. Лох. Посёль. Прошу прощения. О, мешок цемента есть. Отлично.
Два или четыре надо? Четыре. 4, 8, 10 нужно мешков с цементом. А мы все ходим и лутаем. На зомби. Зомби, отвалите от меня. Черт, вообще как в жопе. Ёжик в тумане. Как в темном доме, знаешь? Ёжик в кумаре. Ёжик кумарит. Кумарит. Ёжик. Два антибиотика нужно нам антибиотики. Два болеутоляющих хэдпак. Болеть никто не собирается. О, тут, короче, на в пожарке на втором этаже АК 74. Офигеть, ты еще пожарку залез, я ее вообще не вижу. А я вот пытаюсь найти к ней подход. Удачи вам. Оба. Файеров нигде никто не нашел. МП5. Не, а пока что не видел вроде. Как меня зомби спалили в этой темноте. Чить. В этой темноте. Спалили. Вообще ничего не делаю. Я сейчас вместо этого пистолета фонарик поставлю. А куда пистолет девать? В карман засунь. Сейчас в рюкзак придется. Господи. Придется. Черт, у меня все магазины, кроме двух, пропали. Ящик выпрыг. Блин, топор. Сегодня топор. Ваня, не пугайся. Не пугайся, это реально. Это ты дышишь рядом со мной. Кстати, я твой фонарь не вижу, когда ты светишь. А я его еще не включил. О. Окей. У меня такая вспышка в глаза. Офигеть. О, зомби. Зомби. У тебя армейский есть фонарик? Нет. А, блин, я тоже нет. А чё? Какое отличие от этого? Армейский типа не видно со стороны. Да ты что? Хус. Добрый день. Влад, ты колхоз проверил? Ой, блин. Прячемся, прячемся. Так, Вань, подсвети сюда в угол. Подсвети на зомби. А, блин, ой, да ну вас нафиг. Я нифига опять не вижу. Нет, это эпично. Так, Вань, ты главное не шипи. Я в машину попал. Ой, добрый день. Что ты ко мне идешь? Меня не подстрели, блин. Да нет, Ваня, главное свети своим прожектором. О, тихо. Красавелла. Так, Вань, левее. Слушай, а Файер, где вы, когда вас нету? Посвети в пожар. О, Леха. Бля. Ну это эпично, это эпично. Ую, вообще. Так, ладно, ребята, я пошел проверю одно местечко. Вы пока оставайтесь здесь, подыхайте. Блин, Ваня. Благо, посигналим в окна. Я не вижу ничего. Чтобы нас пристрелили. Всего без 5-9, а мы ни хрена не видим. Вообще капец, безлунная ночь. Вань, посвети еще чуть-чуть. Темная ночь. Так. Нет, я вообще ничего не вижу. Хэдпак! Чё тут? А, нет. Круто. А, да, хэдпак. Употребляю хэдпак. О, хорошо светишь. Так, есть что? Мешок цементом, народ, еще один. О, магазин G36. Отличненько. Пуста консервная банка. Или... Нет, точно плохо писаю. Бинты, мать. Так, а вы колхоз проверили? Влад, проверил колхоз? Нет. Ладно, побежал. Okay. У нас пачка цемента есть. Так, что для первого этапа нужно? 4 мешка цемента, 35 камней, 25 дров, бетономешалка. Подожди, сперва надо фундамент залить. Так, я тебе о чем и говорю. Это для фундамента все? По-моему, да. Посвети еще чуть. Черт, я чуть не грохнулся. Я в колхозе, ребята. А мы слышим. Не, я внизу, я уже прям перед тобой. Народ, Вань. Прибеги в колхоз, я тут ни хрена не... О, посветите, люди! Я не могу.
Это знаешь, как это какая-то ночь такая, да? Да ёжик в тумане, все. Ёжик в тумане. Фонарь конкретный такой, смотри, как далеко бьет. Пол колхоза освещает. Во-во-во-во-во-во-во. Буду перестрелять делать. Нет, фак. Нам нужен еще один мешок цемента. Колхоз тоже зашли, да? Угу, я уже там. Люди, фары ищите. Смешня. Никогда они так не надо. Никогда не нужны были так фары, как сейчас. Как сейчас. Помню я, как нужны фаеры, канистра с топливом не нужна. Это что? Черт, опять? Мне кто-нибудь поможет? Я канистра с топливом. Блин, я если б что-нибудь видел. О, фак. Я нихера синьки не вижу. Фаеры, где вы, когда вы так нужны? Блин. Здраво. Ого, тут-то что-то... Кто светит? Это я. Тут кто-то что-то выгрузил, дрова. Давайте разожжем костер. О, отлично, тут светит. Сейчас ты светил, Ваня, отлично. Да, только тут зомбарик. Ребята, фаеры. Господи, кидай их куда-нибудь. Уже, да. О, да будет свет. Вот где мы винит. Две канистры.